поздравляю с праздником Святой Троицы, один из самых любимых в нашем народе праздников, который празднует вся земля наша русская, весь православный мир. Но вот давайте подумаем, зачем же он установлен церковью. Все праздники, которые церковь устанавливает, служат нам для напоминания о Боге. Вот идет обычная череда будних дней, когда мы все поглощены суетой, когда мы все поглощены своими трудами. И вот наступает праздник. И это как раз повод нам вспомнить о Боге. Услышим ли мы где-то отдаленный колокольный звон, или увидим людей, собирающихся в церкви, или проезжая мимо храма, увидим многолюдное собрание там, то тогда мы вспоминаем о том, что нам надо дать место Богу в нашей жизни. Но слава Богу, если мы знаем праздники, если мы действительно становимся праздны, то есть свободны от наших мирских забот. А, конечно же, лучше, если мы будем праздны от злых дел. И вот для чего же установлен праздник Святой Троицы? Праздник Святой Троицы заканчивает у нас так называемый пасхальный цикл. То время, которое начинается еще зимой, еще когда холодно, в этом году началось в конце февраля. Время, когда церковь вспоминает самый главный спасительный подвиг Господа Иисуса Христа, который Он совершил на земле. Весь год мы читаем Евангелие, весь год мы вспоминаем различные евангельские события. И весь год у нас, как драгоценный покров, драгоценными жемчужинами и вышивками украшен, этими священными праздниками Божьими. Но особенно это весеннее время, переходное от зимы к лету, у нас в православной церкви ознаменовано воспоминанием спасительных страданий Господа Иисуса Христа. Мы готовимся к Великому Посту. Мы вспоминаем пост Господа Иисуса Христа 40-дневный. Мы стараемся поститься вместе с Ним. Потом у нас наступает Страстная Седмица, когда уму непостижимое таинство совершается. Сам Спаситель мира предает себя на добровольную, страшную, мучительную смерть на кресте за род человечества. Но мы знаем, тут же наступает Пасха, торжество о воскресшем из мертвых Господе Иисусе Христе. И мы вместе со всем миром радуемся о воскресении Христова. Проходит 40 дней, у нас наступает Вознесение Господне. Когда Господь, мы вспоминаем то событие, когда Господь после 40 дней пребывания со своими учениками вознесся на небо. И вот, наконец, еще через 10 дней после Вознесения у нас наступил вот этот праздник. В церковном календаре он называется Пятидесятница, Пентекостия по-гречески. А события, которые в него вспоминаются, это сошествие Святого Духа на апостолов. То событие, о котором нам повествует в сегодняшнем апостольском чтении святой апостол и евангелист Лука. После Вознесения Господа, когда Он повелел им не отлучаться от Иерусалима, но ждать схождения свыше Святого Духа, они еще не разумели, что это будет, как это будет, зачем это будет. Но они послушались повеления Христа. Они остались в Иерусалиме. Они пребывали единодушно каждый день в храме, молясь Господу о том, что Он устроил все по Своей воле. И вот самый день праздника Пятидесятницы, который ветхозаветного праздника, этот праздник был посвящен дарованию закона на Святой горе Синай. Вот, как мы помним евангельские события, на Пасху евреи зашли из Египта, спаслись от руки фараоновы чудесным образом, пройдя через Черное море. И после этого они шли по пустыне к горе Синайской, куда повелел идти им Господь, где явился он Моисею в пламени неопалимой купины и повелел вывести
народ Божий из дома рабства, вывести его в свободу. И вот через 50 дней только после выхода из Египта они дошли до святой горы Синай. И там Господь даровал им заповеди, даровал им устроение жизни по воле Божьей, даровал им заповеди о богослужении, о жертвоприношении. Все те заповеди, которые составляют у нас сейчас существенную и неотъемлемую часть Ветхого Завета. Те заповеди, которые должны были готовить израильский народ к пришествию Христа. И вот это дарование закона на горе Синайской, то чудесное и страшное, потому что по повествованию святого пророка Моисея гора Божия тряслась и дымилась огнем и дымом. Вот это событие воспоминалось иудеями каждый год, через 50 дней после Пасхи, как и сказано в Ветхом Завете. И вот именно в этот день множество людей собиралось в Иерусалим, как повествует нам святой апостол Лука, от всех концов вселенной, от всех народов. И именно в этот день апостолы, собравшиеся в одном из домов на горе Сион, как повествует нам предание в той самой Сионской горнице, где произошла и Тайная Вечеря, они пребывали единодушно в купе и молились, и вот внезапно, не только они, но почти весь город услышал шум, как бы бурного ветра, и услышал возле этого дома множество людей, веселящихся, радующихся о Боге, и главное, говорящих на разных языках. В то время иудеи уже стали потихоньку, особенно те, которые жили в рассеянии, потихоньку терять свой язык. На нем они привыкли слушать только священные тексты. Его специально учили в школах. Но на нем уже не говорили на иудейском языке, на том языке священного писания. Говорили на самых разных языках. Даже Христос со своими апостолами говорил на арамейском языке, языке близком к сирийскому. В каких странах иудеи жили, те языки они и перенимали. И кроме лишь нескольких слов, часто на иудейском языке, не понимали ничего по-древнееврейски. И вот они услышали, как эти люди, с виду вроде бы простые, простолюдины, и как выяснилось впоследствии действительно, простые рыбаки, земледельцы, ремесленники, как они, говорят на разных языках, и люди слышат, приехавшие из разных мест, из разных земель, как они слышат и понимают, ведь великие дела Божьи. О чем говорили апостолы? Конечно же, о подвиге Господа Иисуса Христа. О том, как Он сошел на землю ради спасения всех людей, и как Он призывает к себе всех верующих во имя Его. Сначала среди народа разнеслось даже слово, да, наверное, эти люди пьяные, чего же они так веселятся с утра? Но к ним вышел апостол Петр на площадь и сказал: «Нет, дорогие братья и сестры, сейчас еще только ранний час, 9 часов утра, мы не можем быть пьяны». Что интересно, этот аргумент подействовал. Вот сейчас бы уже не подействовал. Сейчас мы знаем, что и в 9 часов утра, и в 7 уже люди часто не опьянены не тем, чем нужно. Но вот, когда апостол Петр вышел и развеял все сомнения, и рассказал народу, что Дух Святой в виде огненных языков сошел на них апостолов, пребывавших в горнице Иерусалимской. И тогда начал этим людям объяснять смысл спасения, которое Господь не посылает нам. И сказано у апостола Луки в Деяниях, что в тот день крестилось несколько тысяч человек, присоединились к Церкви Христовой. И вот этот день стал действительно завершением промышления о нас Господа Иисуса Христа. Он пришел на землю для того, чтобы людей привести к себе
Он пришел для того, чтобы искупить от греха род человеческий. Он вошел на небеса для того, чтобы природу человеческую привести к престолу, к подножию престола Господа сил. И, наконец, Он послал нам Духа Святого, укрепляющего, вразумляющего, животворящего весь мир. Это был тот Дух Святой, которого утеряли наши праотцы в Эдемском саду, когда они прислушали заповедь Божию, когда они нарушили свое общение с Творцом. И вот Господь, когда они попали в лапы дьявольские, когда они покорились греху, когда они пустили грех в свое богозданное человеческое существо. И вот какие потребовались усилия Господа для того, чтобы не уничтожить свои пришествия, не опалить своей святостью греховную природу человеческую, но восстановить ее, собрать по крупицам, соединить с собою и оживотворить Духом Своим Святым. День Пятидесятницы, когда апостолы действительно изменились, мы помним, как они в последние дни Страстной Седмицы, как они боялись, как они отговаривали самого Христа идти в Иерусалим, потому что их могут там убить. Мы помним, как они прятались в Страстную Пятницу, в Страстную Субботу, как они скрывали страх ради иудейска. Но теперь, в день Пятидесятницы, мы видим, что они совершенно изменились. Они стали уже действительно дерзновенно, смело, мужественно проповедовать Слово Божие. Всему миру они готовы были проповедовать Евангелие Христово. И действительно, окончив свою проповедь здесь, в Иерусалиме, Господь разослал их во все концы земли, куда они принесли спасительную весть о пришествии Христова, о Его воскресении, о искуплении человека от работы вражды. Они во все концы земли, и они, и их последователи, содействием Святого Духа донесли Слово Божие, донесли спасительную весть, которую мы с вами, дорогие братья и сестры, приняли. И тем самым в Иерусалиме в день Пятидесятницы было положено начало Церкви Христовой, собрание людей, верующих во имя Христово, живущих, старающихся жить по заповедям Божьим. И Дух Святой начал созидать в истлевшем, обветшавшем, поврежденном грехом мире совершенно иную реальность, совершенно иную жизнь. И эту жизнь, дорогие братья и сестры, мы с вами видим. Мы ее касаемся, пусть хоть в некоторые минуты, в некоторые дни своей жизни, в некоторых местах мы касаемся этой благодатной жизни, жизни с Богом, жизни, исполненной Духом Святым, жизни, ведущей в жизнь вечную, в преддверии радости, счастья, мира. Но с Богом мы можем быть только если мы действительно исполняемся Духа Святого. Мы все получаем Его, дорогие братья и сестры, в таинстве миропомазания, которое совершается над нами сразу же после крещения. Мы все, дорогие братья и сестры, можем причаститься святых христовых таин и в других таинствах получить различные дары Святого Духа. И в этот день мы все, составляющие вместе со святыми апостолами, с мучениками, с преподобными, праведными, со святителями Церковь Христову, неограниченную временем, неограниченную пространством, мы сегодня после литургии, после причащения святых Христовых тайн преклоним наши колена для того, чтобы помолиться Создателю и Благодетелю мира нашего, Богу в Троице Единому. Ему же подобает слава и честь и поклонение во веки веков. Аминь. Спасибо, Христос.